Теперь обновите информацию по данному товару. Сайт, на котором вы находились и смотрели, у него есть небольшая задержка, по-моему, минуты 3. Теперь заходите на сайт и снова посмотрите, сколько стоит этот патрон. Теперь смотрите, что получается. Всего лишь один патрон, одна единица товара, повлияла на стоимость целого огромного инструмента. Можно ли в данном случае этот сайт рассматривать как авторитетный источник, которому можно 100% доверять? Если вы покупатель, вас так обмануть нельзя. Но если вы продавец, будьте осторожнее. Посмотрите сначала цену самостоятельно, о том, сколько это должно стоить, а потом предлагайте уже это продавать, чтобы, не дай бог, не нарваться на ушлого такого жулика. В бюллетенях в том, в той же теме торговля, да, есть другой сайт. Позволяет видеть дистанционно каждый ордер. И переходите на этот сайт. Ну и вбейте вот там этот патрон. Таких инструментов на самом деле много. Вы выбираете любой, который вам удобен. Может, найдете получше. Тут вы можете непосредственно посмотреть уже на каждый ордер дистанционно. То есть проверить удаленно каждый ордер вы можете благодаря этому сайту, либо чему-то подобному.